Я пошла на свидание в том, в чем привыкла ходить каждый день. Классный парень со здоровой головой, с полной семьи, взрослый, осознанный, не женат, нет детей. Это мы еще, конечно, проверим, но в целом пока что я ему верю. Комплименты делались, я люблю вообще комплименты, но там были комплименты не из разряда каких-то банальных, то есть он подмечал такие детали из моего характера, мне было безумно приятно, несмотря на наш черный юмор, который мы использовали, он все равно прощупывал границы, где можно шутить, где нет, не было лишнего, он проводил меня до дома, поцелуя, ничего не было, и он не настаивал, хотя в разговоре говорил, что хотел. Так, давайте по нюансам. Он пришел без цветов, но на самом деле, честно, я не считаю обязательный жест цветы на первом свидании. Парень оплатил счет, оставил хорошо чаевых официанту, для меня это важно, потому что я сама из обслуживающего персонала в прошлом, и знаю, что это знак уважения, да, особенно обслуживание было у нас очень хорошее. Открывал, закрывал двери передо мной. Когда я потянулась за своей шубой, он взял ее, подождал, пока я там надену ее, проводил меня до дома. Парень живет напротив моего дома. Второй встречи быть, однозначно быть.